Добрый день. Меня зовут Александр, моя фамилия Хапко. Я занимаюсь тем, что веду курсы по фотографии в фотошколе Make Moments. И сегодня я хочу дать несколько рекомендаций фотографам, как фотографировать пару или фотосессию вдвоем, или как называют еще эту фотосессию Love Story, какое может быть взаимодействие между двумя людьми в кадре, как их расположить и выигрышные различные ракурсы и позиции. Для того, чтобы подчеркнуть общность пары, необходимо сделать между ними какое-то взаимодействие. Взаимодействие это может быть самое простое, можно передать это через какой-нибудь реквизит. К примеру, можно дать сердечко в руки и сердечко в руки второму человеку. Возьмите просто сердечки и станьте друг рядом с другом. Ближе к себе. Прекрасно. Дальше с этими сердечками можно проделать много разных различных вариантов. К примеру, их можно поднять выше. Можно их перехлестнуть немножко. Чудесно. Ну, а дальше можно придумать уже самому. Главное, чтобы была база, чтобы была отправная точка, от которой можно дальше плясать и дальше делать различные сюжеты. Реквизит – это очень полезная вещь, с помощью которой можно создавать множество разных фотографий, и это очень сильно облегчает фотосъемку. К примеру, слова различные – счастье или любовь – очень подчеркивают теплоту отношений и передают настроение. Такие слова я рекомендую делать контрастными по отношению к одежде. Ну, к примеру, здесь у нас слово «белое», и на фоне черной блузки смотрится очень хорошо и читается слово очень просто. Если говорить еще про реквизит, то выигрышно будут смотреться какие-нибудь таблички с символичными словами. Ну, к примеру, «люблю тебя». Для такой фотографии можно сделать несколько иную компоновку. Люда, да, прекрасно. И игриво она может смотреть на Александра. Между ними устанавливается взаимодействие, и сразу понятно, о чем идет речь. Не обязательно, чтобы в фотографии были видны лица. Смотрите, к примеру, можно сделать вот такую картинку. Оп. И сразу понятно, о чем идет речь. Хотя ни лиц, ничего в картинке нет. Но сразу взаимоотношения, и эта фотография может быть отличной символикой отношений между двумя людьми. Когда фотографируете, помните о том, что фотографии главное не реквизит, и главное даже не ракурс, а главное это настроение, и главное, чтобы фотографии ваши были сделаны с душой. Увлекайтесь реквизитом, но фотографируйте с душой. Всего хорошего!